Коллеги, приветствую! С вами Александр. И на сегодняшнем обзоре мы детально разберем доллар. 5 ноября будет выбор президента в США, и это непосредственно повлияет на доллар. Мы с вами детально разберем точки входа в рынок на ближайшее время, поймем, как будет дальнейшем будет двигаться доллар, и, соответственно, узнаем условия для заработка. Также стоит отметить, то, что данный у нас эфир проходил у меня 3 ноября на моих социальных сетях, где мы, соответственно, разобрали еще золото, биткоин, нефть, серебро. Если вы хотите получить больше точек входа в рынок, обязательно переходите на мои социальные сети и там вы посмотрите наш обзор. Перед началом обязательно подписывайтесь на канал Амаркетс, посмотрим на старшем тайфрейме, чтобы уловили суть. То, что у нас на прошлом эфире мы это все обсуждали. Вот, у нас цена на недельном графике все еще находится в нисходящем тренде, и цена у нас находится сейчас все еще на линии сопротивления. То есть у нас, по сути, перед выборами ситуация выглядит таким образом, что цена пока еще не смогла выйти из у нас медвежьего тренда, а значит приоритет у нас остается все-таки у нас здесь на падение цены, то что ослабление доллара у нас здесь с большей вероятностью будет отрабатываться. Несомненно, еще надо учитывать то, что у нас техническая картина выглядит следующим образом, то, что у нас до этого была пробит линия поддержки, бычья тренды. Вот, а если с этим рынок у нас сейчас после пробоя делает три тест, и так как находится еще на линии, то пока здесь приоритеты на снижение доллара. Если бы мы увидели то, что у нас за вот эту такую торговую неделю у нас закрылась бы, например, недельная свеча за линией, то, несомненно, уже бы в этом варианте рассматривать то, что приоритет роста уже доллара в долгосрочной картине после выборов с президентом США и если посмотреть на эту картину следующим образом уже перейдя например на дневной график мы разберем наши торговые условия которые мы рассматривали прошлого воскресенье у нас в тот момент был восходящий клин вот мы предусматривали то что у нас как раз доллар начнет корректироваться у нас он немножко обновил максимум. Я этот комментарий давал в телеграм-канале, вроде бы в четверг, если не ошибаюсь. Вот, и подказал то, что я уровень в сетку Fibonacci поставил немножко повыше. То есть, у нас вот она идет здесь. И вот у нас вот по максимуму сейчас вот этому. Вот, и мы увидим то, что у нас цена после пробоя восходящего клина. Также все еще пока находится в коррекционном коридоре. То есть здесь пока цена из него не вышла. Сейчас я так визуально его подчеркну. Вот, у нас был пробой уровня 103 930. Это сигнал, то, что рынок у нас дальше готов у нас снижаться. И, соответственно, мы видим, то, что у нас уже цена про... сделала движение вниз, приближаясь к уровню 23.6. То есть она... рынок тестировал 103.685, а 103.582 основной интерес рынка был дойти. Так как цена у нас не смогла прорвать у нас линию поддержки вот этого коррекционного нашего коридора, по этой причине цена у нас от него и отскочила. То есть у нас сейчас вот рынок как раз идет к линии сопротивления, как это было ранее. В связи с этим я считаю, что у нас в понедельник вполне стоит ждать сценарий, то, что рынок потестирует линию сопротивления и потом продолжит свое движение вниз к линии поддержки синей и, соответственно, может быть, попробует при зависимости углу наклона потестировать уровень 23.6. То есть это на отметке 103.582. Рост, если в случае, как мы уже обсуждали ранее, это будет у нас пробой линии у нас сопротивления. Сопротивление, кстати, этот красный коридор, я изменил его. И его, соответственно, я предоставил свой телеграм-канал, чтобы уже смотреть уже текущий, как он выглядит у нас, как рынок у вас сформировал. Вот, а здесь будет первым сигналом то, что цена у нас когда выйдет из нисходящего вот этого коридора, красненького сопротивления. И сейчас немножко обратно берем. если у нас пробьется вот этот вот по тени. Первый сигнал у нас будет на рост. Как и ранее обсуждали, то что если у нас пробивается 104, 574, это первое условие у нас для покупок будет. Но рынок может у нас еще дойти до уровня, соответствующего у нас 104, 660 и, соответственно, от него начать падать. Вот как мы учитывали то, что тут риск, и если мы готовы, если покупать до отметки 104-854, то мы должны помнить про как раз недельный график, то что вот это осложняет покупки, как и не только нам, но и вообще всем игрокам на рынке. что мы находимся еще пока на линии сопротивления медвежьего графика, и рынок, соответственно, еще пока не совсем точно решил, как ему двигаться. Но, несомненно, это влияет и президентская гонка, потому что у нас все равно есть неопределенности, кто, соответственно, победит, чтобы уже понимать, в какую сторону делать вложения свои, либо в пользу доллара, либо против него. Я, кстати, сейчас еще расширю вот эту нашу поддержку, вот таким вот образом, вот, поставив ее на тень, и вижу логическое у нас взаимодействие, вот здесь у нас было, вот когда рынок от него отскакивал. Вот, в связи с этим, в принципе, у меня доллар вот выглядит сейчас в целом больше всего пока на снижение. Чисто даже скорректироваться более хорошенечко после хорошего роста. Тут у меня. А, вот все. То есть вот когда цена у нас вот хорошенечко выросла у нас 30 сентября, все равно, я думаю, рынок у нас захочет скорректироваться. Вот хотя бы до линии поддержки зеленой, синенькой. В случае, если рынок у нас пойдет дальше вниз, прорвав э, синюю линию поддержки, пунктирную синюю, и уровень, соответственно, 23,6, то, соответственно, уже предусматриваем падение к уровню 38,2 отметки 102,931. Ну и по сути, как ранее обсуждали, то что это попробует рынок у нас потестировать 102,686, его прорвав идем к уровню уже 50, то есть это уровень у нас 102,406, также будет тестирование 102,190. И там, соответственно, посмотрим, как себя цена дальше поведет при ее пробое. Там уже ждем падения к отметке 101 873. Там тестирование 101 129 от 786 по Fibonacci. коррекция и 100 675. Вот это более уже такой вот э, вариант, который подходит именно э, в рамках именно медвежьего тренда смотреть, если мы находимся, э, смотрим на график с недельной э, точки зрения на графике. Вот, в принципе, добавить здесь есть только, ну, ну какие-то на более младших таймфреймах. Здесь... Вот сейчас он растет по причине, Это, например, у нас то, что был пророн. Сейчас, вот у нас до этого роста был прорыв, который у нас произошел в пятницу. Он спровоцировал игроков дальше вот как раз укрепляться. Вот так что сейчас ориентир что рынок у нас потестирует линию сопротивления. Но если смотреть раньше, когда цена у нас вот тоже отросла видно было, что вот цена подходила к ценовому уровню, вот, в котором сейчас где мы находимся. Вот сейчас я его сделаю давайте, синим таким. Видно то, что было у нас вот здесь в истории. У нас в 23 октября рынок скорректировался, видно. Потом уже пробив, у пошел вверх. В принципе, я думаю, это повторится. Рынок в случае 104, 355, при его пробое у нас уже завтра в полночь, то мы увидим то, что рынок у нас пойдет уже ну, вверх там, к сопротивлению. Для падения, чтобы если находить точки ввода в рынок, а так куда, например, к линии сопротивления? Нужно посмотреть, когда цена у нас, например, падала, какие рынок пробивал у нас уровни. Я думаю, мы воспользуемся вот этой ситуацией, когда цена у нас вот тут отскакивала 23 октября и потенциально уже когда рынок рос. И когда рынок уже пробивал его, мы видим то что цена уже у нас уверенно начала падать так что здесь 104 268 будет уже у нас таким условием для падения в рамках у нас красненького у нас коррекционного коридора на старшем тайфрейме на 30 минут это как у нас основной нисходящий тренд то есть предусматривает этот пробой но думаю что-то где-то у нас вот здесь рынок остановится потому что видно у нас вот здесь рынок останавливался и там стоишь уже попробовать точку такую по более э, повыше, чтобы была цена. А потом уже начать еще продавать. Ну и там где-то вот здесь вот надо поостановиться, посмотреть, что там рынок дальше будет намереваться сделать. То есть это отметки 104,04. Там уже посмотрим, как цена себя поведет. Ну промежуточный такой уровень. Я вижу, вот здесь рынок разворачивался ранее от него. И стоит его тоже нам. Его с ним поработать его не игнорировать так ну вот в принципе это, это идея на доллар так что если сейчас и кратко резюмировать в любом случае у нас завтра под закрыть торговой сессии получше появятся условия более понятнее будет картина потому что так после выходных как рынок отреагирует ну и Думаю, дам свой комментарий как раз, может быть, в Телеграме завтра. Постараюсь успеть перед самим выбором 5 ноября. Так что, если резюмировать, пока в долгосроке я не вижу укрепления доллара. Оно будет только, когда цена у нас на недельном графике, подчеркиваю, на недельном, когда прорвет линию сопротивления, которую вот вы видите на экране, это будет сигнал, да, то, что рынок меняет свой интерес и готовится дальше в расти. Но, как минимум, после такого роста, я думаю, видно было то, что вот у нас когда вот здесь когда-то цена у нас росла, кстати, очень схожая картина, вот как сейчас. Но тоже смотрите, с этих же позиций рос. И вполне здесь повторяется история. Вот отсюда у нас он начал расти. Приближаясь к этим уровням, где он сейчас находится по телам свечей, рынок начал уже тут у нас корректироваться с февраля текущего года по март. То, соответственно, ну, вполне это стоит тоже подождать. То есть вот это вот более, вот эта картина более логичная, вижу, на предстоящую у нас торговую неделю, ну и события президентских выборов.